Тайный сбор обуви начат в Нижегородском театре драмы. Точнее, сбор помощи ведут открыто и очень активно, а вот для чего не говорят тайно. Тем не менее, зрители, услышав об этом сборе, пакетами несут туда ботинки и туфли. Скажите, пожалуйста, а обувь вот для спектакля куда можно отнести? Вот, пожалуйста. Спасибо. А что у вас за обувь? Ну, это вот подружки мне отдали. Обувь мы уже не носим. Тут вот и мужская, и женская, и детская, и всякое разное. Всякие приносят. Всякого возраста. И в любое время. С 10 часов где-то до 8 несут и несут. А потом сейчас это модно, что вот вещам вторую жизнь дают. Если это нужно, ну... Почему бы и нет? Ты так много принесла, возьмите, пожалуйста. Театр люблю, то есть помогла людям, почему бы нет? А для чего вот эта обувь нужна? Это артисты надевать будут? Для чего именно, мы бы не хотели говорить, потому что это должно быть неожиданностью для зрителя. Можно только сказать, что и нужно, наверное, сказать, что обувь нужна в любом состоянии. Самая старая, всех цветов, всех размеров, всех фасонов. А все равно, для кого это мужская, женская или детская, нам пригодится любая обувь. Обувь даже очень хорошая. Ну вот посмотрите, вот, допустим, кстати, сапоги вот неплохие тоже у нас есть. Вот старые обувь. Много что интересного. Вот лесовые сапоги тоже очень. Некоторые люди приносят такую эксклюзивную обувь, что мне, извините, приходится ее отложить и оставить на спектакле. Вы посмотрите, какая это обувь. Конец 19 века, начало 20-го. Ну, конечно, вот этот современный вариант, но это чисто театральная обувь. Так что вот две пары, спасибо большое, я отложила. Для спектакля другого. Я вообще этого не ожидал, что так будет. Я думал, что все подумают, что это шутка. Или нечто подобное. Да, действительно, я когда увидел эти коробки, все так много-много-много, но, видимо, любит. Это очень приятно, здорово. Мы, конечно, не очень поняли, для чего. Посмеялись еще, что, ну, вроде как, артистам носить нечего. Но на самом деле, мы так понимаем, раз уж тут и детская, и взрослая, ну, наверное, это не носить они будут. Наверное, это какая-то фишка у режиссера. Ну, может быть, новая, может быть, не новая. Ну, не знаю, посмотрим, что получится. Все ждут спектакля, все ждут интриги, куда же эта обувь денется. Да, потому что это секрет. Не раскроем? Нет. Ни за что. Ну, премьера скоро. Кстати, разгадки ждать уже недолго. Премьера в Нижегородском театре драмы намечена на 21 марта.